Сильные дожди вызвали внезапные наводнения. В столице Ливана больше всех пострадали пригородные районы. Там из-за непогоды погибли по 4 человека. Еще 18 находятся под завалами зданий. Среди пострадавших преимущественно сирийские беженцы. Разрушены десятки домов. В регионе продолжаются поисково-спасательные операции. Местные власти заявляют, большая часть инфраструктуры имеет непрочный фундамент. Из-за этого многие дома ушли под воду, не выдержав удара стихии.